Они щедры и благородны, готовы всегда прийти на помощь униженным и оскорбленным. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Любвеобильность, а также желание выделиться и стать кем-то более значительным любой ценой, часто бывает причиной многочисленных конфликтов с окружающим. Чувство сопричастности, практическая сметка, тяготение к материализму, приземленность духа. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Буква «Ы» в этом имени дает человеку чувство сопричастности, при этом владельцы имени всегда стремятся к справедливости. Ради справедливости они способны на любые действия. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Значение буквы «Ы» – притяжение, огромная масса и тяжесть вытекает из звукового звучания данной буквы. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Для этих людей присущи сильные лидерские качества. Они часто берут на себя роль первооткрывателей в различных сферах деятельности, имеют огромный творческий потенциал. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Человеку с буквы «К» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.